Добрый день, уважаемые друзья. Это «Математика на песке». С вами Алла Кичижан. Мы на пляже в Варне. И сейчас я вам покажу, как можно произвести умножение через площадь прямоугольника. Итак, нам нужно умножить двузначное число на двузначное число. Например, 12 умножить на 12. Давайте начертим линию. Отложим 12 отрезков по ширине. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, десятки у нас заканчиваются здесь. Главное заметить, где заканчиваются десятки. Вот здесь. Теперь вниз. 13. Отрезка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Помещаем. 11, 12, 13. Так у нас получился прямоугольник со сторонами 11, со сторонами 12 и 13 сантиметров. Теперь нам нужно разделить его таким образом. Вдоль смежных сторон провести линии и отделить десятки от единиц. Видите, что я сделала? Здесь 10 и 10. Таким образом, квадрат внутри будет 100. Далее мы считаем, здесь будет 30, 3 на 10, да? 30. Записываем. Этот квадрат 2 на 10, 20. И этот маленький квадрат 3 на 2, 6. А теперь нам нужно сложить 156. Итак, сумма 156. Таким образом, мы видим зависимость